Вакцину против гриппа могут получить медицинские работники, беременные во втором-третьем семестре, дети и взрослые, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети с 6 месяцев. Вакцинация будет проводиться российской вакциной «Гриппол плюс». Это уже не первый раз используется данная вакцина. В этом году закуплено за счет бюджетных средств 82 тысячи доз вакцины. Из них 64 тысячи доз за счет медицинских организаций. Также дополнительно за счет областного бюджета закуплено 16 тысяч доз. Это количество позволит привить 11% населения, что позволит создать иммунную прослойку. По рекомендации ВОЗ необходимо для коллективного иммунитета привить не 10% от населения. Отметим, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, вакцинация против гриппа будет проводиться с 15 сентября текущего года. Айнагуль Советовна, как главный санитарный врач области, на своем примере показывает о необходимости прививания в период эпидситуации. Каждый человек заботится сам о своем здоровье. И когда врачи говорят, приходите на прививку, у некоторых есть сомнения. Я практически делаю это каждый год и делаю своему коллективу. И сегодня вот по своей инициативе я тоже пришла привить. Перед проведением прививки врач общей практики или педиатр проводит медицинский осмотр прививаемого лица. При отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению прививки. Альмира Садыбаева, Павел Соловьев, Алмаз Адвокасов, Кокши, Ахпарат.